В воскресенье чебоксарцы смогли не только принять участие в благотворительном забеге, но и стать помощниками в сборе средств для строительства первой в республике инклюзивной детской площадки. Эта площадка по замыслу организаторов должна объединить детей вне зависимости от их физических возможностей. «Зеленый марафон» прошел одновременно в 54 городах страны. «Километры добрых дел» – это лозунг благотворительной акции – пробежали более 400 человек. В числе участников был и председатель Кабинета министров Иван Моторин. Более 3000 человек, взрослые и дети, устроили себе праздник и стали участниками благотворительной акции. Забег на 3 километра, квест по ориентированию на местности, игры, желание поучаствовать во всем этом для жителей столицы оказалось сильнее холодной погоды.